Готовлю грунт для вот такого вот росточка пепперомея. Беру покупной грунт, добавляю вермикулит для рыхлости и воздухопроницаемости. Все тщательно перемешиваю. Сюда же добавляю уголь древесный. Чтобы растению было легче освоить грунт, я беру горшочек вот такой вот маленький. На дно укладываю слой керамзита. Далее добавляю немного грунта. Так вот. Аккуратно устанавливаю растение по центру и присыпаю грунтом. Вот таким образом. Немножечко можно утрамбовать, чтобы растение держалось поустойчивее. Чтобы мелкие повреждения быстро зажили на растение, я поливаю его через 2-3 дня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до свидания.